Лечение нервно-мышечным аппаратом «Меркурий» и ультразвуковым прибором «Дельта» осуществляется накожным методом с использованием клеящихся электродов. Генерирующие импульсные точки низкой частоты и низкого напряжения позволяют лечить заболевания и травмы, включая болевые синдромы различного происхождения. Приборы у нас зарегистрированы Росздравнадзором Российской Федерации и апробированы Центральной клинической больницей при Российской Академии наук. Предназначено оборудование для снятия и лечения боли в спине и суставах, улучшения и нормализация кровотока, лимфотока, лечение и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы. Также предназначен для восстановления мышечного тонуса после инсульта, после инфаркта. Эффективны аппараты и при лечении целлюлита и других косметических проблем. Остеохондроз, нарушение сна, мышечный спазм, ревматизм, межреберная невралгия, сколиоз, артрит и артрозы. Аппараты компании «Современные технологические линии» снимут боль, а неизлечимые заболевания просто-напросто законсервируют. Медоборудование, которое можно использовать для всей семьи, разрабатывают и производят в Москве вот уже 10 лет. Приобрести аппараты до 20 июня включительно можно на специализированной выставке в экспоцентре по адресу улица Несебрская, 1Б. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.